Дорогие друзья, перед вами гостиница «Беларусь». Здесь находится обзорная смотровая площадка на весь город. Сейчас с вами ее посмотрим. Много наших граждан приезжает в Беларусь. Вот посмотрите на номера. Москва, 46, не знаю. 152 тоже. Чей-то город. Москва тоже. Поднялись на скоростном лифте на смотровую площадку. 7 рублей стоит входной билет на одного человека. И вот на этой крыше смотровой площадки можно гулять так полчаса. Как видите, весь Минск на ладони. Высота точно не знаю сколько метров. Очень высоко. Так, вот смотрите, это музей Великой Отечественной войны. Далее президентский дворец, Верховный суд, а здесь озеро Комсомольское. Ну и весь остальной Минск тоже, как на ладони. Вид с другой стороны, здесь видно старый город. И остальная часть большого-большого города. Вот такие здесь спуски. Так все это выглядит. Вентиляционные шахты. Так, нам сюда. Ну, и здесь тоже самый вид. Только за стеклом. Здесь, соответственно, вторая часть площадки. Надпись на разных языках. Каких только нет. Русский, английский, китайский, ичлибе, немецкий. И вот литовский не вижу. Идем с вами дальше. И еще вам приятных кадров с Минска.